Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале, где я продолжаю рассказывать об интеграции в немецкий детско-юношеский футбол моих ребят. В прошлом выпуске я рассказал, что мы записались на просмотр на 9 марта в местный футбольный клуб по названию этого городка, где мы находимся. Это Биттерфельд-Вольфен. Но до 9 марта достаточно времени, и я, знаете, немножко полазил в интернете и все-таки нашел более серьезный клуб. Это вот в городе Галле. Я показывал географическое положение близлежащих городов, и вот один из них, именно этот город, 30 километров находится. И я так понял, что там находится самый такой сильный клуб. Это клуб первой лиги. И, как я узнал в дальнейшем, это самая сильная команда с именно возраста, что находится в этой земле. Я, в общем, получилось нам с этим тренером связаться, опять же, через интернет. Он нам написал: приезжайте в любое время тренировок. Ну, мы и поехали. Были мы на просмотре о том, что у нас получилось, в итоге приняли нас или не приняли, я расскажу в следующем ролике. Ну а сегодня я хочу показать, это как раз тот самый день, перед просмотром выяснилось, что Сэма старые бутсы стали ему поджимать, и мы нашли ближайший магазин для того, чтобы купить ему бутсы. Я хочу вам показать цены, бутсы какие там есть, ну так, по-быстрому, вкратце, чтобы не задерживать ваше внимание. Такой огромный магазин, можно сказать, находится в маленьком городке. Он много брендовой обуви, не только, это не специализированный спортивный магазин, но там есть и бутсы. Также я там купил и Эдику бутсы, у нее 31 размер, вот Сэм здесь меряет. В общем, скажу, что средняя цена бутс здесь где-то 50 евро. Ну, самые дешевые, наверное, можно за 40 евро купить. И я имею в виду размера для Сэма. Вот у Эдика там совсем другое, там ниже цена. И можно за 25 евро. Фирма Джака. Та самая фирма, которую носят ребята в Балтике. Она такая самая недорогая из всех бутс. 25 евро стоит. Для этих это 31 размер. Для Сэма подороже 50 евро. Вот тут цены. Я немножко показываю. Вот оно Джака, смотрите. По акции 39 евро. Хотя стоили 60 евро. Продают. Угу. Вот Adidas. Тоже что-то не около 50 евро. Ну вот, бутсы все по 50 евро. 45 евро вот эти Puma. Мы их в итоге и купили Сэму. Хотел он Adidas, который прежде мерил, но они были ему тесноватые. Вот это 50 евро. Ну, это 40-ножки, кстати. Вот. Так, эти 45 евро. Получается, для Сэма размера у него 41, 41,5. Средняя цена 50 евро. Вот для Эдика у того 30. Первый размер, средняя цена где-то возле 30 евро. И есть за 20, за 25 евро. Найки, Адидасы, Пума. Вот 29, это Джака, 30 евро. 30 евро Джака. Мы на них, в принципе, остановились. Вот мои ребята смотрят телевизор, пока мы тут обувь меряем. Различные ботинки, кроссовки, там полный магазин. Вот такой Шуя-центр. Ну-ка, Сэм, покажи, что у тебя за ботинки. А вот и счастливый обладатель новых бутс сегодня поедет на просмотр в одну из сильнейших команд его возраста. И, как мне сказали, самую сильную команду этой земли, в которой мы находимся.
как мы просмотрелись, что сказал тренер, приняли нас или не приняли. Ребята, это будет в следующем ролике. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если какие-то вопросы, пожелания, пишите комментарии. Всем удачи, всего доброго. До встречи.